Я лил кровь, чтобы начертать руну защиты на длинном доме. Такое деяние достойно награды. Возьми жетоны. Привет, Норвит. Эйвар! Покажи товар. Мне пора в путь. Прощай. Всегда рад встрече. Нравится тебе строить корабли, Гудмунд. Даже те, что не ходят по морю. Смотрю, на досках уже начали вырезать имена погибших. Хаке, Аса, Аслаук. Помню эти имена с детства. В ту ужасную ночь мы многих лишились. Свент, сильный, искусный мастер. Он оставил след во многих сердцах. Дак, он боролся до конца. Человек был не слишком хороший, но храбрый, тут не поспоришь. Родители. Роста. Погибла вместо своего ребенка. Твоя смерть не будет напрасной. Варин отдал жизнь ради клана Ворона. Да почтут боги его жертву. Впрочем, об этом судить все отцу. Странно. Имя оставили без послания. Кальф. Не знаю такого. Гудмунд, знакомо ли тебе имя Кальф? Нет. Это имя не вырезали, а написали углем. Ты не видел, кто это сделал? Думаю, да. Проходил тут один незнакомец. Хромал и шатался, будто без сил. Лица я не разглядел. И ты с ним не заговорил? Он меня не окликнул. Ушел куда-то в ту сторону. Не хочется оставлять тайны так близко к дому. Раз незнакомец хромал, далеко он уйти не мог. Справка. Следы угля. Он положил здесь руку. Верно, оперся. Вижу, сага незнакомца завершилась.
Мертвецы ведь не говорят. Да, это он. Узловатые пальцы, испачканы углем. Он написал что-то перед смертью. Только я видел войско за рекой на западе. Если бы не я, они бы все погибли. Он следил за рекой на западе? Поищу место, откуда ее видно лучше. Покажи, что там впереди. Разве? Сволка, как у тебя дела? Костер. Тут явно был монах. Чувствую кисло-сладкий привкус дыма. Что видишь, Сюнин? Дым от костерка. Если травы монаха позволяют видеть незримое, может, я увижу прошлое мертвеца? Где я? Я вижу прошлое Кальва. Отсюда открывается хороший обзор, но рядом никого. Никто тебя не услышит. Ему пришлось поднять тревогу иначе. Может, он развел костер?
Едва живой. Боги сожгли тебя твоим же огнем, предатель. Я помню, как ломали похожий браслет, когда Стюрбьорн изгонял кого-то из Форнбурга. Бросили оружие. И неплохое. Такое используют наемники, не крестьяне. Здесь прошел великий бой. Thank you.
То, что осталось от носа корабля. На нем вырезан змей, знак сыновей Рагнара. Значит, он с Дракара Уббе. В ночь нападения Кальф стоял на страже. Наемники заходили по суше, он не успел бы поднять тревогу. Именно поэтому он поджег Дракар Уббе. Уббе пришел в ярость. Он объявил Кальва предателем и оставил здесь, когда великая армия ушла. Нужно написать о прошлом Кальва на корабле Гудмунда. Я прошел через завесу с помощью твоих трав. Видел прошлое Кальва его глазами. Кальв спас своих товарищей. Его будут чтить. Что ты видишь, когда смотришь сквозь завесу? Мои видения свели бы тебя с ума. Их не стоит обсуждать, равно как и твои. Кальф спас свое поселение. Несправедливость устранена, мертвые спокойны. Эй, тебе удалось так много сделать? Можешь забрать всю награду. Лучше уже не подготовиться. Пусть боги решат, достойны ли мы. Это ведомо лишь нормам.
Привет, Норвит. Эйвар! Покажи товары. Всегда рад встрече. Мрачный всадник уже близко. Все встает на свои места. Грядущее проясняется. О чем ты? На длинном доме руна защиты. Мертвецы покоятся с миром, и люди подготовились к охоте. Похоже, твой разум яснее, чем кажется, монах. Но, увы, охоты не будет. Разве нет? Собирается могучее войско! Угроза не миновала! Гнев богов! Что же я не верил тебе, дядя? Мы сделали что-то не так? Что это значит? Охота здесь. Слушайте меня. Дикая охота не заберет нас. Откуда тебе знать? Все наши люди храбры, сильны и ловки. Что норвежцы, что саксы. Мы объединились и преодолели многое. А сплоченные и сильные люди всегда добиваются уважения богов. Да, боги с нами. Лети же, Сюнин.
Думаю, это тебя заинтересует. Даже дедушка таких никогда не ловил. Хорошая рыба. Мне пора. До встречи, Эйвор. Что предложишь сегодня? Мне пора в путь. Прощай. Что сегодня неплохо, верно? Ты в этом разбираешься. Битва ждет тебя. Мне пора. Удачи.
здравствуй. Дай взгляну на то. Сегодня все? Еще. Разговаривай с вороном чаще. Они это любят. Пришло послание. Мне пора. До встречи. Я еще вернусь. Я буду ждать здесь.
Лети, Сюнин. Сюнин, укажи путь. Что это за сейт?
Сюда надо поставить что-нибудь потяжелее. Сюда надо что-нибудь поставить. Выглядит полезным. Тайная комната. Древняя работа римлян. Thank you.
здесь явно трудился безумец. Весьма неплохо. Это Англия? Странно. Кое-где стоят метки.